Так, значит, ваговские концевики китайские после замены обнаружилась проблема. Значит, щелчок есть, и после щелчка еще микропереключатель и регулирует яркость, меняет сопротивление. Так он срабатывает, но еще у него есть сопротивление. Как это отображалось на работе блока комфорта? Значит, лампочки зажигаются в дверях и в салоне, а индикация на панели не работала. Через раз срабатывала. Вот такой дефект. Меняйте на качественные концевики открытия дверей.